Я только что проснулся. Вчера мы приехали домой. Вот наш домик. Ой, короче, считай, ну там просто Видочка спит сейчас. У нас вчера было празднование. Празднование нашего 33-летия. 33-летия. Посмотрите. 33-летия нашего брака, нашей свадьбы. И вот гляньте, что я сделал. Что команда сделала к нашему приезду. Боже мой. Это просто невероятно. Гляньте. Здесь написано. Почитайте вместе со мной. Это все лепестки роз. Я люблю тебя, моя умочка. Вау. Смотрите, догадаться, вчерашнего дня оно все стоит. Господи, это вообще... Ой, такая красота. Вот это да, я люблю тебя. Просто невероятно. Там наш попугайчик сидит, там наш, ну там второй, там зянки. Видочка всегда прибегает сразу к попугайчику. Привет, привет, привет. Привет, дорогой. Смотрите, вот привет. Что за эти? Привет. Не различаются вообще. Даже так он говорит. Мы сидишь, точно. Не различаемся. Не различаемся. Не различаемся. Все, мы все время вместе. Только посмотрите, здесь было много-много еды, наверное, вы видели это все. Это потрясающе, это потрясающе. Я только открыл глаза, сейчас 6:30 утра. И я вышел помолиться. Честно говоря, дорога была очень тяжелой. Очень тяжелой. Но редкость. Вот. Смотрите на этих рыб. Это рыба монстры. Они огромные. Огромные. Там наверху. В нашей комнате, где мы жили, там сейчас живет Даня с Линой, а там Ваня с Виолетой, а здесь живем мы. А студия у нас дальше. Посмотрите на эту красоту. Вот чем Бали отличается, вообще Индонезия отличается от Европы. Здесь ты вот вышел утром, и ты в гармонии с природой.
Вот здесь, друзья, это все наша территория. До самого забора того, вот этого кафешки. Вот это наши соседи. How are you? Good. И вот здесь вот, друзья, мы будем строить, нам уже дали разрешение в 3 этажа строить огромное помещение, аж сюда оно будет идти ближе. И в 3 этажа это будет огромная студия, выше, чем наш отель. Боже мой. Не хочется каждому из вас сказать, друзья. Боже мой. Нас ждут особенные вещи, ждет 11-е. И молитвы перед каждым крусейдом. Нужно усиленно молиться за меня, за Викторию. Нужно усиленно молиться за людей, чтобы Бог изливал веру. Сейчас говорю, помазание на меня приходит. Потому что вера – это то, что необходимо людям, и то, что дает Бог. 3 глава Деяний, когда у красных ворот сидел хромой, то есть парализованный, чрево матери, ему было где-то 40 лет. 40. Представьте себе. Петр поднял его, но он говорит, не своей силой, своим благочестием мы это сделали, но вера, которая от него даровала ему исцеление себя пред всеми вами. Да благословит вас Господь. Я только проснулся, и он уже и Даня. Даня! Вселенная. Отдыхайте. How are you? Hello, my friend. Hi, friend. How are you? Fine, good boss. Fine, good. Fine. Fine. How are you doing? Yeah. Good? Yeah, good. Class. Поэтому, родная, пусть вам Бог поможет быть теми, кто не стоит в стороне. Сейчас много людей должны исцелиться перед каждым крусейдом, каждым. Я испытываю давление, Виточка испытывает давление. Мы испытываем давление серьезно, друзья. Я знаете, как вам скажу, вот я переживаю прям конкретно, как дьявол, он, слыша об этом крусейде, он работает на то, чтобы всячески помешать, навредить, сделать все возможное, чтобы кто-то, кого он контролирует, пошел в ад и не был вырван из его лап. Но этого не будет. Бог даст победу. Бог даст победу. Амин. 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 Пойду к своей помощке. Туда.